Друзья, всем привет. Многие спрашивают, как у тебя нету света, а интернет работает. Ну, я подсуетился давно уже. Вот зарядное устройство. Видите, фу, полный заряд. Оно электронное. Смарт, умное. Когда есть свет, я заряжаю аккумулятор. Когда нету света, я подключаю вот эту штуку Тесла. И у меня есть электроэнергия для запитки, для запитания, запитывания. Вот так вот скажем. Устройство, которое обеспечит меня интернетом. Провайдер наш хороший. Дай ему всего самого хорошего. СДС, славянские домашние сети. В 14-м не подводил в этом году, слава богу. Вот так как-то. Пойдем дальше. Вот они сидят тут. Да, Сэмик. Сэмик побежал. А этот с ума сходит. Сидят, ждут. Я их тут вчера рыбой кормил. Когда рыбу чистил. Так, хватит. Красивый, красивый. Да? Толстый. И они теперь ждут. Шелуха. С рыбу. Ага, ладно. Пойдемте пройдемся. О, побежал. Самый блатный. Капец, он бежит. Я ухахатываюсь. Иди. Походка мне с ума сойти. Да, друзья. Вот, таким образом. Теперь мои некоторые подписчики знают, как я выхожу из ситуации, из положения, когда выключают свет. Вот эта штука меня спасла в 14-м тоже, когда было не очень все хорошо. У меня другая машина была, пятерка. Один раз я прозевал этот момент, я от нее телевизор запитывал. Вот. И сел у меня аккумулятор. Ну ничего, с соседом толкнули. Завели. Так что я себя как бы немного подстраховал, если это можно так сказать. Сэмик, Сэмик сидит, думает, что ж делать, идти не идти. А, пойду. Тут он что-то унюхал по пути. Ну, вот такой Сэмик. О, на кофтике потащить. Молодец. Вот такой. Вот такой. А это мордой подталкивает. Иди сюда. Тоже хочется погладиться, да? Кожаный. Да, плюс 5 где-то на улице. Небольшой ветерок. Волна бьет. А вот такие штуки. Вот этот инвертор. Они разные бывают. У меня на 500 ватт. А мой кум живет в одном из больших городов. Он купил себе помощнее. Потому как сейчас беда со светом везде. Вот он купил аккумулятор. Зарядное. И вот такую вот штуку, инвертор. И это здорово выручает его. Не выручает, правда, когда садятся аккумуляторы на вышках, на мобильных вышках мобильной связи. Ну а так, в принципе, подзарядить, посидеть там где-то в телефоне во время работы. О, сыр на собаку кинулся. Во время работы мобильных сетей можно. Вот они. Два тапка. Чик-чик. Пуня! Маня, Пуня, ну разве можно сестру обижать? На тебе, посиди теперь здесь. Ну-ка, покажи свою толстую харю. Да, ладно, друзья мои. Вроде как тишина, слава богу, свет есть. Газ есть. Поэтому, что правильно, пойдем сейчас пить чай.
Нет, кофе. Кофе. Сейчас кофе заварю себе. В своей блатной машине. Как же называется? Риеты, по-моему. Но я покупал лет 5 назад ее. До сих пор работает. Хотя, ну что я. Одну чашечку в день, одну чашку в 2 дня могу выпить. Потому как с давлением особо шутить нельзя. Вот. В общем, всем здравия. Юле особенный привет. Спасибо большое. И всем желаю благ, здоровья, мирного неба. Всем пока.